Всем привет! Вы на канале Форд Мак, и да, давно обещанный САС против Сись Зла, он теперь здесь. Да, наконец-то я решил посмотреть, потому что, честно говоря, я был заинтересован этим пупом давно, но тут недавно вышел пупа Пенька ТВ, а я его давно не смотрел, тоже заходил посмотреть, и почему-то отложил в дальний ящик. Интересно, почему? Сам не знаю, но пришло время его посмотреть, к тому же я обожаю пупы от iMiles, они всегда просто божеские, реально, нереально, просто офигительные, поэтому давайте уже оценим, поехали. 3, 2, 1, погнали. Твою мать, за 40 гривен. Палочка. Давай по новой, все хуйня. Да, слишком дешево за палочку. Жила-была принцесса. Интересная пиздец. Баба! Я люблю развлекаться! Уничтожает! Мы хотим отправить тебя на землю! Открывай портал! А, господи, Петросян! Ну, тоже вариант. Не мешай! Значит... Думаю, что ей нужно дать пизду. Мне пока не хочется. Ей нужен проводник. На! Нужно посильнее ей дать. Вот. Пиздюлей. Прекрати орать. Яри, блин. Все тихо, блядь. Познакомься, наша новая ученица. Звездочка. Баттерфляй. Конплачет мне. Звездочка. С вами Лев Шагинян и биржа мемов. Но не сегодня. Мне нужен мальчик, который сможет присмотреть за ней. Нет-нет-нет-нет. Идите куда хотите, а я иду в бар. Пошли, куда? Ладно. Хорошо, Виталий. О, муспупчики. Обожаю муспупчики. О, здорово, Стэн, здорово всем персонажам Gravity Falls. Скучаю по вам. Вообще, я очень люблю ревать. I need him. Что это такое было? Ёбаный Генджи. Кто ты такая? Я волшебная. Ладно, заткнись. Эй, бля. Так, наша экскурсия подошла к концу. Это у нас не экскурсия. Значит, я пойду... А, здорово, Тейлс. Сука, я просто думала, что у всех земля. Ууу, неприятно. Блядь! Это что за хуйня? Нахрен его знает. Лягушка. Лягушка? Я выследил звездочку Баттерфляй. Господи! Эпичный мускул под крики Марко. Это так шикарно, я так об этом мечтал. Спасибо за ваше большое. Блять, что это такое? Это все? Отличная песенка. Да, для конечной прям шик. Ну что ж, ребята, да, пупец на уровне. Он реально хорош. Старый добрый муспуп, как еще раз повторюсь, но все-таки у iMiles'а шикарный муспуп. Серьезно, вот всегда они получаются очень сочными. Прям вот мах. Так что данный пуп получает огромный респект и лайк. Мне понравилось. Все-таки вижу, что многие решили взяться за Стар против Сил Зла. Сука, никогда ее не смейте называть звездочкой. Чертов перевод. Извините, просто бомбануло. Так что, серьезно, данный пуп реально хорош. И надеюсь, что кто-нибудь еще сделает таких пупов по Стар против Сил Зла. А также нужно обязательно занять iMiles и его известный и пуп, который я реально так и не брался посмотреть, но все-таки его надо реально заценить, а именно Сосик Хех, потому что, серьезно, мне нравится Соник, а пупы по нему я особо не ценил пока что, так что это нужно исправлять, а на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков, всем удачи и всем пока!